Впереди планеты всей, а если не всей, то Московского района как минимум. Под эгидой сотрудников БРСМ Московского района вступили в неравную схватку с мусором ученики школы номер 3, а также студенты университетов технического и имени Пушкина. Погода радовала, яркое, теплое солнце, весенний день, а значит, хорошее настроение. План поставлен, работа закипела. Мы сегодня проводим акцию, которая имеет название «За дело». Эта акция стартовала еще с 4 марта. Мы задействовали как можно больше первичных организаций именно Московского района. Инициатором выступает администрация Московского района, ну и мы, молодежь, конечно же, с большим удовольствием подсоединились. Цель нашей вообще акции – это показать жителям города Бреста, что, в принципе, не нужно ждать и смотреть на этот мусор, а можно вместе компанией собраться, молодежь особенно, и убрать, и порадоваться за самого себя, что я сделала такое вот хорошее дело. Судя по боевому настрою и задору, ребята были готовы приложить все усилия для того, чтобы территория экологической тропы «Дорога жизни» приобрела новый вид. Такие акции не только сплачивают молодежь, но и воспитывают в них патриотические чувства, гордость за проделанную работу. Ребята активно распространяли информацию и призывали всех присоединиться к этому доброму делу. Когда узнал, что мы будем проводить акцию по уборке экологии, тропы нашей, ну, активно заинтересовался этой идеей, пустил новость по университету, и ребята наши также подключились к этой акции, потому что это очень важно, что мы помогаем в уборке нашего города, потому что кроме нас, ну, этим особо никто заниматься не будет. Так что только мы вместе сможем сделать наш город чище. Экотропа «Дорога жизни» – это прогулочно-познавательный маршрут. Он проходит через интересные природные объекты. Благодаря установленным информационным стендам ребята могут познакомиться, например, с обитателями или растениями этой прибрежной зоны, о которых раньше не слышали. Я много всего не знала, но я теперь знаю. Много работы проделано, но много и впереди. Планы выстроены, остается только целеустремленно их выполнять. Не стоит забывать, что мы сами творцы своей жизни. Только мы можем сделать ее красивее и счастливее. И как здорово, что на вопрос чистоты и ухоженности города откликнулись не только учреждения образования, а и промышленные предприятия, и частный бизнес. Очень хочется создать для наших горожан и гостей нашего города Бреста благоприятные условия для отдыха, для того, чтобы они могли активно заниматься физической культурой и спортом. На экологической тропе возможность есть только проехать или на велосипеде, или пройти пешком. Транспорт мы сюда не запускаем, ограничили проезд, поставив шлагбаумы, поэтому это чистое экологическое место. Поэтому надо здесь тоже навести порядок. Алена Миневич, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.